Кажется, что про субботники уже все сказано, поэтому не станем углубляться в историю. О дне сегодняшнем лучше всего скажут вот эти кадры, на которых жители города, вне зависимости от возраста или должности, дружно выходят на городские территории и наводят порядок. Не потому, что есть такое требование, а потому, что нам здесь жить, и только нам, горожанам, ходить по этим улицам. Здорово. На самом деле мы уже с 1 апреля объявили, скажем так, о начале производства субботников. Очень здорово откликнулись организации. Больше 100, там, по-моему, 86 организаций традиционных. Плюс уже второй год очень качественно и серьезно участвуют предприниматели, средний бизнес, значит, серьезно работает. Там порядка 56, ну, то есть около 150 организаций смело выходят и очищают не свою закрепленную территорию, а в том числе близлежащую территорию. У нас сегодня снова выпал чистый четверг, и погода нам благоволит. Вроде бы и с погодой тоже все хорошо. То есть и в прошлый четверг перебирались, и в этот раз. Я думаю, что у нас в городе каждому жителю есть место для уборки. Если каждый найдет время, хоть немного, то мы сможем вместе город сделать чище. Сделать город чище, потому что, ну, это наша не то что прямая обязанность, но мы должны поддерживать красоту, чистоту в городе. Настроение активное? Ну, замечательное, активное, как видите. Настроение хорошее. Компания тоже для уборки хорошая. Все вышли сегодня поддержать. Коллег из администрации округа поддержали представители Думы и контрольно-счетной комиссии. Они также навели порядок на закрепленной территории. Здесь аппарат Думы и КСК прибирается уже не один год. Мусора, как отмечают участники субботника, становится меньше. Но, тем не менее, трудиться приходится немало. Сегодня субботники проходят по территории города, будут выходные дни проходить. Погода вроде благоприятствует. Будем убирать. Город убираем, работаем, так что все нормально. Надо сегодня прибираться, потому что, ну, во-первых, оттаяло рано. Вот, сейчас немного пойдет уже зелень. Пока она не пошла, вот этот весь хлам, мусор надо убрать. Я считаю, что все-таки участие в субботнике, помимо того, что мы вносим личный вклад в уборку города, все равно вот вид чистого города, наверное, способствует, что люди стремятся чистоту соблюдать. Вот даже по этому участку, в принципе, можно заметить, что мусора становится меньше. Да сразу видно. То есть предприятия сейчас вообще многие выходят, и предприниматели, смотрю, стали тоже прибирать в этом году. Вообще особенно это заметила. И город намного чище в этом году. К сожалению, прибирать город приходится не только после зимы, но и вот после подобных посиделок горожан. Важно помнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Виктор Малышев, Алексей Кузнецов, Иван Вахмяков. Новоуральская вещательная компания.